Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем недолго, скоро все начнется. Привет всем, кто выбрал футбол. Это здорово, потому что погода сегодня подходящая для хорошей игры. Работают для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. А вы как думаете? Вне сомнений, впереди у нас яркая встреча двух классных команд. Это Барселона против Арсенала. Вне сомнений, классная игра нас ждет сегодня, Георгий. Интересные команды играют. Барселона с первых минут выпустил на поле следующий состав. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Постой, это очень опасный момент сейчас. И счет в матче открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Габриэль Мартинель. Нет, не дошел. Это пас до адреса. Рафини. Рафини. Ищет возможность для удара, судя по всему. Ошибается вратарь. Габриэль Жезус. Какой опасный был момент! Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Мяч переходит к другой команде. Перехват. Зинченко. Хавец. Габриэль Жезус. С мячом Габриэль Мартинель. Отличное оборонительное действие. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Кай Хаверц. Мяч у Деклана Райса. Арсенал в атаке. Жезус. Сейчас надо сравнивать. И какой... возможность сравнять счет упускает Арсенал сейчас. Ну, тут уже практически все сделали для забитого мяча, но что-то им все равно помешало. Не везет им. Гюндоган. Рафини с мячом. Вот так и нужно играть у своих ворот. Было нарушение, но мяч у Арсенала, и арбитр даст отложенный штраф. Перехват, они снова с мячом. Рафинья. И мяч возвращается к ним. Арсенал атакует. С мячом Бакайо Сака. Бить надо и сравнивать счет. Все-таки получилось добить мяч в сетку. Как ни старался вратарь, один он не справился.
После ответного мяча у нас 1-1. Кунде. Гюндоган. Гюндоган. Отличный момент, но судья останавливает матч вне игры. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Хорошо, он идет вперед. Теряет мяч в простой ситуации. И соперник получает право на угловой. Отдавать мяч нужно, есть кому. С мячом Габриэль Мартинелли. Опасно! Вратарь в деле. Отличная реакция на этот удар. Левандовский. Надо забивать! И это пенальти в ворота соперника Барселоны. Вот он момент снова выйти вперед. И забивает он с пенальти. Теперь Арсеналу нужно что-то придумывать. Такой счет его точно не устраивает. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Пока что гости проигрывают, но еще есть достаточно времени в первом тайме и впереди весь второй. Разница между командами всего один гол после первого тайма. Конечно, это не так много. К тому же он еще не закончен, и счет может измениться. Так что я бы не стал пока что обращать внимание на счет. Самое интересное нас ждет после перерыва. Сравнивать нужно! Опаснейший удар, но игрок встал на пути мяча. Мартинелли, подача. Удар головой, и вратарь на месте. Да, он прекрасно видел момент удара и не сплоховал. Уверенно играет вратарь. Рафинья. Отличный пас Рафинья. Удар парашютом. Спасает он команду от гола. Здорово перехватили мяч. Хороший прессинг. Рафинья! Здорово играет Барса в атаке. И до двух мячей они разницу в счете увеличивают. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1. Одна минута. Именно столько осталось играть. Закончен первый тайм, и судья дает свисток на перерыв.